В Косовертовском районе провели рейд по выявлению злостных неплательщиков налогов. Сотрудники МВД, службы судебных приставов и Центра организации дорожного движения выявляли водителей, которые долгое время не платят налоги. На службе силовиков спецмашины с необходимым оборудованием, в которых имеется полная налоговая база. Она позволяет прямо на месте установить должников. Напомню, транспортный налог идет на строительство дорог в муниципалитетах. Так, в этом году запланировано собрать больше 1 миллиарда рублей, что позволит продолжить работу по благоустройству.